Всем привет, друзья! Послушайте это. Это последняя версия модуля с пищалкой, которая теперь вас предупреждает о том, что дверь закрываться будет. И вот он, модуль с пищалкой. Это последняя версия. До этого у меня было без пищалки. Приобрел, чтобы сделать апгрейд. Так как у меня уже все установлено, установка будет очень простая. Для новой установки модуля ссылка в описании ниже этого видео. Все, что надо сделать, это вытащить кнопку. Вытащить предыдущий модуль. Взять последнюю версию модуля с пищалкой, подключить. Спрятать обратно в дверь и установить обратно кнопку. Это все, чтобы обновить ваш модуль. Я очень доволен этой новой функцией последней версии модуля с пищалкой. Теперь я и мои пассажиры всегда знаем, когда багажник будет закрываться. И считаю, что Volvo должны были эту функцию предоставить прямо с завода. Для приобретения адрес электронной почты указан ниже в описании этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, друзья. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.